каким образом люди попадают в группы WhatsApp? Ведь там же нет поиска групп. Да. Как вот сделать так, чтобы я попала в группу какого-нибудь района? Если у тебя нет знакомых, которые в этой группе сидят, то ты только туда никак не попадешь. То есть правильно я понимаю, что в Якутии настолько сильны вот эти связи между людьми, что каждый добавляет, а могут без моего согласия добавить в группу? Да, так оно чаще всего и происходит. Вот. Если ты хочешь все-таки попасть в группу, ты можешь по своим группам разослать объявление, что я бы хотела попасть там, в группу Эвена Батантайского Убуса. И кто-нибудь там через какое-то время тебя включит. Это как-то заменяет социальные сети? То есть люди меньше стали пользоваться такими Фейсбуками, ВКонтактами? Нет. Те, кто сидел в Фейсбуке, скорее всего, там и сидят. И при этом они могут сидеть в Фейсбуке и обсуждать. Вот мне отправили по WhatsApp, допустим, да, делятся. Сила медиа. Сила медиа. Путешествие по мультимедийным мирам с Оксаной Силантьевой. WhatsApp в Якутии – это нечто большее, чем просто там, мессенджер. Вот, люди просто поняли, что по WhatsApp можно легко и просто отправлять видео, фото, любые там репост. Кто-то очень часто, вот, допустим, приходят сообщения. Кто-то там где-то пропал. Помогите. Или там такому-то ребенку нужна кровь. Вот. И это такая служба взаимопомощи, скорее. Это история про город или про республику? Про республику в целом, да. А насколько хорошо распространен интернет, чтобы люди настолько активно пользовались? Интернет, может, и не очень. Но мобильный телефон у каждого человека. Но ведь для WhatsApp нужен. Вот как ни странно, да, вот вроде бы там открыть мобильное приложение какого-то сайта невозможно, а WhatsApp работает. Используют WhatsApp, я думаю, уже сейчас любая редакция использует WhatsApp в той или иной мере. Мы, например, когда он впервые только вот начал появляться, это очень удобно. Сидишь на мероприятии, быстренько сфотографировал, накидал пару слов, отправил. Или аудио там написал, отправил. И мы это получили, быстренько обработали и на сайт, допустим, поставили. Мало того, есть, допустим, группа, есть я работа, есть я планерка, есть я расширенная планерка, золотой состав, есть я, это те, кто ушел давно, да, друзья, есть я, допустим, есть. Ну, много групп. Ага, то есть еще есть эти группы плюс для внутренней коммуникации. Да, 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 да. Плюс есть группы СМИ и МВД. Есть там пресс-служба медии. Куда они включают, допустим, каких-то ключевых работников разных редакций. Вот. И, допустим, Стас Платонов, руководитель пресс-службы МВД Якутии, он там закидывает туда, через там пару минут у нас на сайте новость про проект, ну, релиз проекта. Вот. Фото можно сюда, видео можно сюда, или он отправляет, там, допустим, завтра в 11 часов там, мы отправляем там СОБР. Как случилось? Ну, не все при секретарии, тем не менее, многие это используют. Те, кто, скажем так, понимает, что это тоже канал коммуникации. Оперативный, очень оперативный.